Цивилизованно избавиться от новогодней елки могут жители Сергиева Посада. Для этого в городе оборудовали две специальные площадки. На Новоуглическом шоссе 79 у бывшей базы «Автодора» и на Клементьевском поселке Дома культуры «Родник». На Новоуглическом шоссе хвойные деревья принимает Борис Федосеев. Говорит, что елки не только приносят, но и просят взять на корм домашним животным. Приезжал мужчина, можно взять пару елочек, говорит, коз кормлю елками. Ну, я разрешил, возьми парочку. Очень много несут елочек, приносят сюда, складывают их и спрашивают, куда еще их это, как утилизировать. Елки измельчат в щепку и используют как удобрение. Например, при посадке деревьев во время экологических акций. Кроме того, часть древесной щепы пойдет на производство фанеры для изготовления детских игровых площадок. Глава района Михаил Токарев поучаствовал в экологической акции, принес елку на утилизацию. Я призываю всех желающих обязательно не выкидывать на помойку или еще куда-то в лес, или оставлять у себя во дворе, да, и ждать дворника, пока он уберет, а именно воспользоваться вот этими специальными отведенными местами. Цель акции, из-за чего мы это просим, обращаемся к жителям, цель акции – научиться всем нам, все вместе и наших жителей обращаться с крупногабаритными отходами. Акция «Подари вторую жизнь своей елке» стартовала после новогодних праздников и продлится до 31 января. И еще хвойные деревья принимают без украшений и мишуры. Полина Иноземцева, Антон Коврижных. Программа «События».